Всем привет! В этом видео будем менять разбитый тачскрин планшета Samsung. Это новый тачскрин. Он идет с уже нанесенным двухсторонним скотчем. Разбираем планшет. До разборки нужно вытащить сим-карту и карту памяти. Разбираем с помощью пластиковой карты. Отключаем шлейф тачскрина и батарею. Отклеиваем разбитый тачскрин. Отклеивать тачскрин будем без нагрева, используя обезжириватель и пленочку. Наносим немного жидкости между тачскрином и корпусом. Вставляем пленочку между тачскрином и корпусом. Проходимся пленкой по периметру тачскрина. Тачскрин отклеили. Сейчас нужно подготовить матрицу и корпус к установке нового тачскрина. Нужно почистить матрицу и отклеить старый двухсторонний скотч, если он остался. Матрицу почистили, более или менее. Непосредственно перед установкой тачскрина нужно будет сдуть пыль. Для этого можно использовать баллон с зажатым воздухом. Устанавливаем кнопку. Кстати, кнопку мы установили неправильно, из-за этого пришлось отклеивать тачскрин и переустанавливать кнопку. Отклеиваем пленки с нового тачскрина и приклеиваем к планшету. Нужно следить, чтобы тачскрин был установлен ровно. Не прижимайте тачскрин, пока не проверите правильность установки. Проверьте, нажимается ли кнопка Home. Если заметили неровность установки, не бойтесь отклеить тачскрин и установить ровно.
Подключаем шлейф тачскрина. И батарея. Включаем планшет для проверки. Кстати, рекомендуем сначала проверить тачскрин, не приклеивая его. Иначе вы не сможете вернуть тачскрин, если он не работает, бракованный. А на этом моменте заметили, что кнопка установлена неправильно, не щелкает при нажатии. Тачскрин так просто отклеиваться уже не хотел, поэтому воспользовались жидкостью. После высыхания жидкости, двухсторонний скотч остается таким же липким, каким был изначально. Отлично. Теперь и кнопка установлена правильно, и тачскрин ровно сидит. Тестируем и собираем планшет. Собрали планшет. Нужно проверить работу всех функций, чтобы убедиться в полной исправности планшета. На этом у нас все. Удачи и до новых встреч в следующих ремонтах.